Вот она, сила музыки, слышно за 600 километров. Концерты мировых звезд эхом отзываются в маленькой поселковой библиотеке. Все благодаря виртуальному залу. Инновационные технологии пришли туда, куда даже посуху не добраться. Мария Новикова узнала, кому аплодируют онлайн-зрители. Поговорим сначала о музыкальной азбуке. И эта музыкальная азбука прекрасно звучит в одной песенке. Может быть, и вы ее знаете. Помехи в эфире – не помеха для зрителей насладиться концертом. Хотя он проходит за 600 километров от поселка Гари. Выступление филармонического оркестра сельчане смотрят одновременно с жителями Екатеринбурга. Правда, сидят они в другом зале – виртуальном. Мы берем все новое, впитываем, да, что жители наши впитывают, все новшество. И то, что вот пришла такая нанотехнология, как говорится, для нас это многое значит. Культурный обмен между столицей Урала и его глубинкой начался летом, когда в Гарях появился высокоскоростной интернет. Чтобы оборудовать в поселке виртуальный зал Свердловской филармонии, потребовался целый грузовик. Его доставляли на пароме. Раньше таким же путем сюда привозили записи выступлений. Концертный зал превратился в зал читальный. Монитор поставили в библиотеке поселка. На расстоянии большое искусство видится даже лучше, считают филармонии. Эти зрители ощущают себя частью оркестра. Мы, дирижеры, видим только со спины, видим как бы одной камерой, общей камерой, видим сцену. А они видят, извините, с помощью 7 камер, и поэтому они видят и сопереживание музыканта, и пот, и эмоции артиста. Давай из четверочки, может, ты зачем мне тут пятерку я включил? Картинку из реального зала транслируют 20 виртуальных по всей области. Билеты на онлайн-концерт порой в сотни раз дешевле обычных. Музыкантам играть одновременно для двух аудиторий непросто, ведь реакции интернет-зрителей они не видят. Поэтому приходится особенно стараться. Это удивительное ощущение. Вот единение с залом, потому что такая, знаете, тишина удивительная. И публика, она хочет, понимаете, она отдается тебе. И, соответственно, ты получаешь удивительный заряд какой-то положительной энергии. И ты понимаешь, что ты делаешь очень хорошее что-то. Я думаю, что этот такой дигитальный концертный зал послужит тонусом для того, чтобы мы получили новую публику. По словам работников филармонии, виртуальные залы вряд ли в будущем заменят реальные. Но благодаря им классическую музыку в исполнении всемирно известных виртуозов смогут услышать даже там, где кроме самодеятельности еще долго ничего не будет. Мария Новикова, Руслан Шарафутдинов. Новости 41-го канала.